пшик до носика, сопельки з носика. Что у тебя случилось? Да ничего, просто хотела узнать, как твой первый рабочий день. Что-то ты раньше как-то не очень моей жизнью интересовалась. Потому что раньше ты была старше, а теперь младше. Нужно тебя контролировать, чтобы не накосячила. Как работа? Да нормально, даже аванс дали. Ничего себе, и ты молчала? А где же слова благодарности, вопли радости? Гошенька, ну я потом тебя благодарю, сейчас как-то не очень удобно. А через полчаса удобно? Что случилось? Кать, очень нужна твоя помощь. Так, что тебе так приспичило? О чем речь? О ребенке. Что, прости? Тюха, от тебя зависит моя судьба. Где встречаемся? Я тебе еще полчаса назад геолокацию сбросила. Доброе утро. Кофе будешь? Знаешь, я бы с удовольствием, но у меня дело, надо бежать. И что, даже не позавтракаешь? Тут такое дело, мне сестра звонила, старшая, и у нее проблемы, так что надо ехать. Ну, сестра, это святое. Тогда до встречи в офисе. Да, да. А поцеловать? Привет! Классно выглядишь. Привет, ты тоже. Хороший секс – залог отличного настроения на целый день. Это ты о чем? Хочешь сказать, что полчаса назад я тебя видела в нашей ванной? Ну, скажи мне, как ты умудрилась завести за два дня двух любовников? Одного. Я вообще не знала, что Денис – директор агентства, которое ты мне устроила. Твой босс, твой любовник. Зачетно. Ужасно. Что, секс не понравился? Да нет. Слушай, да я вообще не об этом. Наслаждайся, теперь тебе можно все. Ну, кроме скучного. Все, закрыли тему. Что у тебя случилось? Мне нужен твой материнский опыт. Ты беременна? Фу, нет, конечно. Просто у Андрея есть сын, Виталик, 2 года, и сегодня он приезжает. Теперь ты хочешь нанять меня нянькой? Нет. Спасибо. Значит, у Андрея есть сын, значит, он женат? Да нет, конечно. Тогда откуда ребенок? Тюха. Ты же не знаешь, откуда дети берутся? Гоша, кто мать? Я не знаю, кто мать. Она за границей. Ты лучше посмотри. Посмотри, что я ему купила. Так, ну тут мелкие детали. Это ему еще рано, опасно. Рано? Ну хорошо, вот. Вот такую еще. А это ему уже поздно. Это поздно? Угу. А это рано. Ты издеваешься? Так что ему тогда можно? Ребенку в 2 года можно, что, мыльные пузыри, на свежем воздухе играть, там, на батуте попрыгать. Вообще не в этом дело, Гош. Ребенка главное вовремя накормить, спать уложить. Ты он вообще на горшок ходит или в подгузник? Кто? Жених твой. Ребенок, конечно. Паша, ничего за смарт продукт. Спасибо. И посчитайте. Это кому? Тюха, мальчику. Гоша, нельзя ребенку морепродукты, это опасно. Хорошо, а что ему можно? Ну, мясо там, кашки всякие, овощи на пару. А вообще, лучше откажись от этой затеи. Это тебе не окна мыть. Как это откажись? Это мой шанс. Тогда я тебе ничем помочь не могу. Денег дай. Здрасте, приехали. Что здрасте? Ты же сама говоришь, что нужно памперсы ему, горшок и игрушку. Понятно. Все как обычно. Сколько? А, вот так вот хватит. Да. Ты лучшая, лучшая сестра в мире. А я побежала. Рома, какой шикарный дом и сад. Бассейн, Рома, тут есть бассейн. А спа будет? Обязательно построй, котик, обязательно. Я люблю тебя, Рома. Рома, ты говоришь, что ты не любишь собак. Это не мои собаки, фу! Фу, кукиш! Рома, фу. Рома! Это не мои собаки, фу! Рома! Макс, Мия, сидеть! Тихо! Женщина, вы кто? А вы кто? Народ, attention! Ну что, атакуют марсиане? Круче Рыбкина в прямом эфире. И что? У нас в офисе. Да ладно, она входит. Кто такая Рыбкина? Смешно. И у меня отличная новость.
Кисти. Совсем скоро у меня будет днюха, и я собираюсь отпадно почилить. И поэтому, кисы займые, я объявляю конкурс. Кто из вас больше всех напишет комментов под моим стримом, тот попадет на мою супер днюху. А сейчас я пришла в крутое ивент-агентство. А как называется агентство? Которое называется... Я ору. Good event. Вау, пассивки, пусечка. И мы с вами узнаем, на что они способны. Так, кто из вас занимается днюшками? Она. Celebration girl. Как зовут? Марго. Марго, удивляй. А, у нас есть каталог. Воу-воу, не надо форсить, киса зая. Никаких остальных каталогов. Не хватало, чтобы меня еще фолловеры зарофлили. Мне нужен хайп, милая. Хайп будет, мы вам обещаем. Нам нужно 2 дня. Какие 2 дня? У меня самолет. Даю вам 2 часа. Не успеете за хейтерю. Днюшка Полинка должна пройти на отрыв башки. А сейчас, кисы займые, темки-темки. Пишите комменты, а меня ждет яхта на Ибице. Целую. Умри. Поздравляю с первым клиентом. Коллеги, концепцию локации ищем все вместе. У нас только 2 часа, мы не имеем права облажаться. Ныряем в креатив. Я фанатею от Рыбкина. Я тоже. Ты сняла селфи, покажи. Да, Андрей Николаевич. А Анастасии Ивановны еще нет. Уже приезжает? Бегу все встречать. У вас все готово, ребенок едет. А что вы говорите, пиццу заказали? Плохо слышно. А ему разве можно пиццу? Спасибо. Эй, тетя, ты чего? Спасибо, мальчик, чаевых не будет. Чего? Вали отсюда. С приездом. Катерина, держите только аккуратнее. Конечно, у меня 2 детей. Да при чем здесь ваши дети к моим тюльпанам? А что это? Это попугайные, многоцветковые, очень редкие. Я полгода их ждала, мы завтра их высадим. Конечно. А где малыш? Ну, если вы о Михаиле, то он открывает ворот. Привет, Виталь. Ба, это кто? Познакомься, новая управляющая. Катерина. Разносчик пиццы. Такой взрослый. И, знаете, так на отца похож. А это что за лунопарк? А это они перепутали. Вы представляете, здесь день рождения по соседству, а ворота открыты были. Ворота были открыты? Ну да, ну а как бы они сюда попали? Не я же их сюда пустила. Но они уже уходят. А чего стоите? Собирайтесь, давайте. Чёрти что. Сама в шоке. А сколько Виталику лет? 13. А мне сказали 2 года. Кто сказал? Андрей Николаевич. Что конкретно он сказал? Сказал, чтобы я присмотрела за ребенком, что ему 2 года, а мать его за границей. Ну, все верно. Его мать за границей уже 2 года. А Витальку 13. Ворота почему были открыты? Это вы меня спрашиваете? Удивительно, почему ворота были открыты. А вы почему стоите? Вас вот там ждут. Ребенок плачет, ждет вашего внимания. Дикий Запад. Скалодром, руферы, диггеры. Отстой. Согласен. Диско, рок-н-ролл, мафия, ретро, Гэтсби, совок. Совок популярно. Популярно, но нам нужно неординарно. Неординарно. Ну, может, тогда полет на воздушном шаре? Ты думаешь, что говоришь? У нее гостей будет 100 человек. Дирижабль. С ума не сходи. Зомби-пати. Черви, пауки, террариум. Бассейн с сухим льдом. Гениально. Еще идеи, давайте. Еще. Кунсткамера, мыльные пузыри, аниматоры. Бобик сдох. Я на минутку, простите. Сколько у нас времени? Час. Даром. Катя, нам нужно срочно увидеться и поговорить. Прости, сегодня не смогу, очень занята. Это очень серьезно, Катя. Что-то случилось? Да. Я был в доме. В нашем доме? В моем доме. Так, где ты сейчас? Сейчас пришлю тебе адрес. Заставь ее отдать дом. Хорошо. И пусть она вылежит все. После этого... Какие-то проблемы? Да нет, просто старый друг.
А как насчет романтического ужина с новым другом? Раз завтраком не получилось. Да, но как же наш договор? А разве мы его не нарушили вчера? Давай будем считать, что его нарушила текила. Ладно. Тогда деловой ужин. Прости, Дэн. Пожалуй, я откажусь. Михаил, просветите меня. Я собираюсь приготовить ужин, но к своему стыду абсолютно не знаю о предпочтениях семьи. Вы о чем? О жратве. Кто что ест. Анастасия Ивановна, насколько мне известно, любит французскую кухню. Андрей Николаевич, соответственно... Тоже. Греческую. А Виталик, судя по тому, что он был с пиццей... Он вообще неприхотлив. Вареники, даруны, пельмени. Какой патриотичный мальчик. Скажите, а на троих накрывать или мама Виталика тоже приезжает на выходные? Мама Виталика в Милане. А они с Андреем... В разводе. Давно? 13 лет. А сколько ей лет? Так же, как и вам. Вы шутите? Она что, родила в 13? Почему в 13? 24, да. Да, мне же 38, у меня просто проблемы с математикой. В 25. Я же говорю, проблемы. А скажите, а почему Виталик не живет с папой? Он учится в интернате. Бедный мальчик. Бедный, не бедный, 5 штук евро в месяц вы не допало уж. Частный интернат с математическим уклоном. Юный хакер. Карбонара? Моя любимая. Угостишь кусочком? 100 баксов. Думаю, мы поладим. Правильно. Тон как-то с кухаркой поссорился. Ее уволили. Несчастный ребенок. Ему же просто не хватает материнской любви. Скорее, финансовой. Бабушке нахамил, и отец лишил его карманных денег. А можно поподробней? Что там за конфликт? По-моему, вы собирались ужин готовить. С вами приготовишь. Вы же меня заболтали. Оно мне надо, кто с кем в разводе. Привет. Как ты думаешь, мне было приятно, когда я прихожу в свой дом, и на меня бросаются какие-то мерзкие твари? Не твой, а наш. В этом случае ты могла бы хотя бы посоветоваться, прежде чем его сдавать. Знаешь, ты оставил меня без копейки. Мне нужно на что-то жить. Попробуй работать, Катя. Сколько ты будешь решать вопросы за мой счет? А я в твоих советах не нуждаюсь. Как-нибудь сама разберусь. Не разберусь. Прямо сейчас позвонишь и выгонишь этот зоопарк. Что, я не намерена разговаривать в таком тоне? В каком тоне? В каком тоне? Что тебе нужно? Денег, да? Хорошо. Я тебе дам денег. На. Держи. Что мне твои деньги? Держи. Прекрати этот цирк. Какой цирк? Чтобы не было этих собак! В моем доме. Да? Марго, ты где, далеко? Да нет, я тут рядом с офисом. Рыбкина через полчаса ждет нас в дикой утке на Лесной, так что через 10 минут выезжаем. Слушай, а скинь мне адрес, я сама доеду. Мам, что-то случилось? Привет, котенок. Прости, что разбудила, я забыла про разницу во времени. Да ты что, мам, мы еще не спим. Да. Ну здорово. Слушайте, мне нужен ваш совет. Где устроить день рождения девчонки-блогеру и чуть старше вас? Блогерши? Чего? Мам? Да, меня попросили помочь. Ну, где... Куча лофтов, на промке можно. Нет, промка ее не удивишь. Ну, тогда можно в подземке с диггерами. Да, это очень популярно сейчас. Да, круто. Угу. Это очень популярно, а нам надо что-то новое, оригинальное. Она хочет, ну, понимаете, так круто почилить, чтобы хай был. Мам, да ты продвинутая. Слушай, вообще. И прическу поменяла. Угу. Ну да, так, экспериментирую. А что, плохо? Нет, тебе очень идет, ты очень красивая. Очень красиво, очень классно, да. Так что, другого концепта нет? Мам, ты знаешь... Ну, вообще, не важно где, важно с кем. Да, 100%. Слушай, а давай, когда мы вернемся, мы наш день рождения вместе отметим. Да. Ты папуля, бабуля с дедулей. Девчонки, ну, конечно, отпразднуем. И мы хотим твой Наполеон фирменный. Да. И тортик испеку, все, кнопки, давайте, отдыхайте. Папе привет! Передам. Мам, вот я реально не вдупляю, ну зачем ты меня сюда позвала? Посмотри, дом пустует, а за него предлагают очень хорошие деньги. А я не знаю, что делать. Ну, пожалуйста. Еще буквально 5 минут, и мы все обсудим, окей? Присядь пока там. Здравствуйте. Добрый день. Ну не нужен мне этот дом. Блин. Доченька, ну это же дом бабушки. Мам, там прошло все твое детство. А ты помнишь, как мы праздновали твой день рождения в доме у бабушки? Я не помню, сколько тебе было. 11, 15? 13, мам. Ты видишь, ты все помнишь? Конечно, помню.
Дед тогда в саду посадил 13 яблонь, а ты бегала и кричала, что это чертова дюжина. Ну вот, ты видишь, сколько впечатлений связано с этим домом. Ну, я не знаю, ну посоветуйся с папой. Знаешь что, я лучше сожгу этот дом, чем буду советоваться с этим козлом. Ну так все, значит, думай сама и не компасируй мне мозг, я тебя очень прошу. То есть тебе действительно не нужен этот дом? Мам, меня люди ждут в самолет, ну все, хватит, хорошо. Пожалуйста. Я пошла. Давай, люблю. Господи. До свидания. До свидания. Присаживайся. Ну, пупсик, удивляй. Простите, мне нечем вас удивить. Да. Печалька. Четыре агентства и все по нулям. Так распирала свой четвертак. Такой облом. Хоть блог удаляй. Полина, а вы сама чего хотите? Я хочу классную тусу. Хочу... хочу взорвать интернет. Хочу зажечь. Ну, чтобы день этот запомнить. Как? 13 лет? Ну, а в 13 лет уже не будет. Почему? А что там было такого необыкновенного? Да все там необыкновенное. Лучший день. 13 лет. Утром мне уши прокололи. А потом девчонки мне сюрприз устроили. Всей командой собрались. Командой? Подарили мне такой огромный букет. Там были мягкие игрушки, сладости. И мы нарушали спортивный режим. Так вы занимались спортом? Чемпионы Европы по синхронному плаванию. А вечером? Вечером был праздничный торт. Ну, торт — это само собой. Нет, это не само собой. Это был торт большой, шоколадный, который испек мой отец. Самый вкусный торт в моей жизни. А ваш папа кондитер? Мой отец строитель, глава Автодора. То яичницу сам еле приготовит, а тут целый торт. А может, повторим? Что? Как 12 лет назад. Это невозможно. А мы попробуем. Прошу прощения. Опки. Есть несколько интересных идей. Мне кажется, мы уже кое-что нащупали. Так, не надо больше ничего щупать. Мы все решили, будем работать. Надо матери позвонить, чтобы она с домом ничего не сделала. Все, я побежала, полетела. Тёмки-бомки. Чао. Что ты предложила? Луноход на Марсе? Слушай, проведи меня до аэропорта, обсудим еще пару идей, а то как-то так все загорелось прям. Хорошо потусить. Где? Ибица, яхта, все дела. Девушка, все мои дела на Ибице — это анализ изменчивости водных масс в восточной части Средиземного моря. Это шутка? Нет, это симпозиум океанологов. Поехали. Пока. Ну вот, а ты говорила, что у Марго нет таланта. Да уж. Если честно, вообще не понимаю, зачем ей работать. У нее, походу, спонсор есть. Ты о чем? Случайно спалила их сегодня. Это что, ее отец? Папик, судя по тому, что я слышала. Личная жизнь сотрудников не наше дело. Я тебе фотки скину, а ты сам решай, наши, не наши. Катерина, как вы угадали наши вкусовые предпочтения? А это просто интуитивно. Да, но с Виталиком вы промахнулись. Он как раз баранину на дух не переносит. Угу. Это был его заказ. А я хотела понять, почему папа любит так греческую кухню. Ну, если так, вопросов нет. А у меня к себе есть. Я почему-то все время что-то забываю. Может быть, салат? Точно, салат. А я сейчас принесу. Мне послышалось? Нет, все это видели? Открою вам маленький секрет. Мы с Виталиком готовили салат вместе. Ну, а как получилось, это вам судить. Виталик готовил салат? Я в шоке, мам. Слушайте, что с мальчиком, а? Меня-то даже как-то пугают, не заболел ли он, нет? Знаете, найти подход к любому ребенку для меня не проблема. Да, поделитесь секретом. Салат. Ну, это мой секрет. Так. Как необычно. Тут, правда, не хватает красного сладкого лука. Я его просто не нашла. Почему? Да. Вот он. Вот, есть. Ух. Я ее нашел и порезал. Какой молодец! Молодец! А соли ты там случайно не нашел? Ну вот, я же говорю, что все время что-то забываю. Вот гаденыш. У этого лука очень необычный такой привкус. У меня, мам, это сочетание просто интересное. Болгарский перец, авокадо и грецкий орех. Угу. Но салат удался. Да. А тебе, кстати, положить? А, нет, я не люблю лук. Ну, ладно. А баранина тебе как? А, ты знаешь, вкусно.
Ну, слава богу. Хоть в чем-то наши вкусы совпали. Жаль, что только в еде. Так а что завтра? Кино, попкорн, игровой клуб? Папа, давай на выставку. Геймерской техники? Ну, нет, японская гравюра. Ты серьезно? Не слышал про такое. Окио-э. Уже вторую неделю. Окио-э? Это же здорово, но я боюсь, билетов не достать. А я уже заказал 3. Хочешь бабушку с собой взять? Гравюру. Вы долго будете надо мной издеваться? Нет, я хотела, чтобы с нами Екатерина Анатольевна пошла. Я? А вы увлекаетесь живописью? Да, авангардной. Удивительно. Я тоже? Я знаю. Мне Виталик все рассказал. А ты откуда знаешь? Я же твой сын. Так что пойдем? Я с удовольствием. А для меня это будет просто счастье. Витальчик, одну ложечку. Салатику. С луком. Пропажа. Привет. А мы с мамой не поняли. Ты рано ушла или не ночевала дома? Да. То есть нет, рано ушла. Катюш, давай собирайся. Куда? Как куда? Ты что, забыла? На дачу. Крестная, свежий воздух, грибы, консервация. Господи, с этой работы я совсем все из головы вылетела. 5 минут переодеваюсь и иду. Катюш, давай в темпе вальс, а? Мы тебя в машине ждем. Давай, давай. Катя! Катенька, я сумку с банками забыла на кухне под столом. Поняла, мам, поняла. Кать, давай переодевайся быстрее. Ты едешь или нет? Катерина, еще раз спасибо за ужин. Все было на высоте. Спасибо. Я хочу вам напомнить по поводу тюльпанов. Надеюсь, вы их достали из сетки? Да. И подготовили к посадке? Конечно. И где они? А я их уже посадила. Посадили где? На солнечной стороне, где вы и хотели. Удивительная женщина, как вы все успеваете. Работа у меня такая. Ну, не буду вас отвлекать. Спокойной ночи. Да, приготовьте на завтрак яйцо пашот с лососем, пожалуйста. Непременно. Ух, какие люди. И что мы тут забыли? Как что, бабки? Ты нормальный? У нас какой договор был? Какой? Ты ведешь себя как поймальчик, а я даю тебе 300 баксов. Ну и где баксы? А где поймальчик? Интересно, а я кем был, по-твоему, весь ужин? Ты издеваешься? Ты нашинковал тюльпаны в салат. А если бабка завтра кинется и спросит, где мои тюльпаны, что я ей скажу? Так ты же их посадила. Так, все, разговор окончен. Ты меня кинула. Хорошо, тогда я завтра на выставку не еду. Ах так? Да, так. Хорошо. Хорошо. Стой! Нет, нехорошо. Даю тебе второй шанс. Если завтра не будет ни одного прокола, получишь свои бабки. $500. 300. Ладно, 300. И перед бабушкой извинись. Тогда 500. Тогда не надо. Забудь. Нет, я, конечно, все понимаю. Люди разные коллекционируют. Брелки, значки, даже бабочек. Но чтобы пакеты от ресторанной еды, я такое вижу впервые. Это не смешно. Грустно. Такая серьезная женщина, а готовить не умеет. Михаил, мне просто некогда. А тюльпаны посадить время было? А вы хотели, чтобы я сказала правду? Я просто не хотела, чтобы Виталика наказали. Или не хотели, чтобы вас уволили. А вот не нужно всех судить по себе. Я за это место не держусь. Хорошо. Продолжайте. Катерина Анатольевна. А? Простите. Я вас ищу. А? Осторожно. Андрей Николаевич, а что-то случилось? Случилось... Чудо, Катерина Анатольевна. Я вам очень благодарен за Виталика. Это просто невероятно. Это непостижимо. Это как потерять сына и вновь обрести его. Да. Это дорого стоит. Вы волшебница. Я даже не представляю, как вам это удалось. Ничего сложного.
мотивацию. Это мой конек. Даже не сомневаюсь. У меня еще один вопрос. Он очень личный, но ваш ответ очень важен для меня. Какой? Там, у вас в комнате. Найдете. Вы все сами увидите. А я пойду.